же всегда оставаться на высоте», — сказала миссис Уитли. Теперь строки из книг оживают прямо в центре Тирасполя. Недавно в Екатерининском парке появилась вот такая электронная библиотека. Это подарок ко дню города от Сбербанка. О, дивный новый мир, жизнь взаймы, ночь в Лиссабоне. В этой небольшой круглой стойке больше 130 книг. Здесь есть и известные бестселлеры, классика, психология и даже книги о финансовой грамотности. Выбор на любой вкус. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Вот так. А какая ваша любимая книга? Ну, из последних, наверное, Паоло Коэльо «Алхимик». А здесь выберите что-то из? Читаете? Да, я нашла там пару интересных книг. По психологии. Ой, очень круто то, что придумали такое. Сейчас в основном многие сидят в социальных сетях и мало кто покупает книги. Ну, а так круто. Теперь будем знать. Старые книги интересные, книги из детства. Так не найдешь их в библиотеке, а здесь можно их и прочитать по-новому, посмотреть. Отличная идея. Чему нет? Хорошее времяпрепровождение. Здесь уже нашли свои любимые книги? Нет, мы только подошли посмотреть, что здесь есть, как это работает, еще пока не опробовали. Довольно классная идея. Сейчас многие не ходят в библиотеку, потому что все есть в телефоне. Просто идешь вечером, вот хочется прогуляться, смотришь — электронная библиотека. Почему бы и не почитать разные там книжки? Для того, чтобы скачать книгу, нужно отсканировать QR-код и открыть ее через любое приложение для чтения. Если у вас такого нет, здесь тоже есть варианты. Все можно скачать без рекламы, регистрации, а главное — бесплатно.